Друзья, всем приветствую. Необычный сегодня видос. Мы на стратегическом объекте находимся. Это, соответственно, сборочная база, одна из, где собираются, как и маленькие такие единицы, да, тракторцов, так и, в принципе, вот такие 3-4 цилиндра. И вот это вообще, короче, не постановочная отправка. Просто вот на одном примере можно понять, что люди чаще всего берут. Смотрите, шифинг, ДВ, шифинг. То есть, если конкретно вам нужен трактор, если не мототрактор, не мотовок, там, не вот это вот все, одна точка, сварка, боль и так далее. И там как бы с эконом-сегмента, так вот чаще всего так и, да, отправки происходят, по большей части покупают более бюджетные, да, там понятно, что наш ШПХ стоит, его тоже будут забирать и так далее. Но вот сейчас конкретно, если совсем бюджет низкий, но вам надо, чтобы он, трактор был ресурсный, это шифинг. Если у вас бюджет как бы позволяет рассматривать 3-4 цилиндра и, собственно говоря, возможности дальнейшей его эксплуатации, то это ДВ. Друзья, как раз из-за соотношения цена-качество у нас получается в Украине больше всего популярны все-таки вот и ДВ. Понятно, если коснемся сегмента, где все-таки одна точка, то вот то, что за моей спиной стоит, это тоже популярно. Это самые дешевые портешки на 18-16 сил, это берут на огороды. А у кого уже все-таки там какие-то гектары, поля и так далее, и кому нужно больше объем работ в год делать, берут. Либо, если совсем как бы денег не очень хорошо, шифинг. Либо, если у них там с поля идет заработок, они окупятся, тогда берут ДВ. Так, 4 цилиндра, надежный, большой, тяжелый. И, в принципе, тоже не стоит космических денег этот трактор. Вот такой он, красавец. 4 цилиндра. Из двух дисков он идет сцеплением, вот это АДшка. АДшка. Это самый популярный стрелковый дубль, да, по отправкам. Шифинг, ДВ, а там, если мототрактор еще, то либо ВВАТ, либо Форте. Ну, он и опять же бюджетнее просто. Да, просто дешевле. Просто бюджетнее. Из-за этого достаточно популярный. Вот это не... функциональный и работает. Вот, и там еще шифинг в кузове. То есть это вообще не постановочная отправка. Вот реально люди-то что берут, вот тут как бы случайно приехали, загрузились. Вот, ребята, и все. Так, и сюда сейчас. О, и фортешка. Фу, я же говорил, и фортешка будет сейчас третий. Четвертый грузится. А вот наш паровоз, поезд, автопоезд. И вот этот малыш. Получается, сейчас будет ставиться.